Меня зовут Снежана, я из Израиля, живу в Украине, уже в Израиле. Я увлекаюсь искусством пандемии. Этот портрет, я думаю, говорит сам за себя, потому что в Израиле, в Украине война, которая просто надоедет, и хочется кричать, и, возможно, держать все эти слезы в душе своей, и хочется просто это показать. А этот портрет говорит противоположность о том, что мы хотим сесть спокойствие, уравновешенность, и мы хотим, чтобы ангелы наблюдали вокруг нас и помогали нам всегда. Очень благодарна вашему преподобному. Очень приятно находиться здесь, очень приятно видеть очень много талантливых людей, это очень восхищает, дает сил, дает больше и больше. Спасибо вам. Спасибо огромное. Спасибо.